Всем привет, меня зовут Дарья, это Алибек, и это проект «Танцующая страна» на портале ель.кз. Сегодня мы с вами изучим базовые движения одного из направлений сальса, который называется «Сальса Нью-Йорк». Данный вид сальса появился в середине прошлого века в Америке. Он появился при непосредственном участии латиноамериканского сообщества Соединенных Штатов и впитал в себя различные частички различных культур, различных видов музыки, различного вида танца. В нем сочетаются латиноамериканские, африканские и популярные на тот момент в Америке виды танцев и музыки, например, латин-джаз. И, в общем, сальса переводится с испанского языка как соус, поэтому она впитала в себя самое лучшее. И сегодня мы с вами поучим некоторые базовые шаги этого очень популярного во всем мире вида направления сальсы. Начнем мы с вами с базового шага. В сальсе у нас 8 счетов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все счета необходимо держать в голове, проговаривать, чтобы не ошибиться и шагать в ритм. Первый шаг мы делаем правой ногой на месте. Раз. На второй счет мы начинаем двигаться. Левая нога идет вперед. Два. На третий счет правая нога у нас шагает на месте. Мы возвращаемся назад. Три. Четвертый счет мы пропускаем. И продолжаем с пятого. На пятый счет левая ножка у нас уходит назад. 5. На шестой шаг мы с вами еще шагаем назад. 6. На седьмой шаг мы возвращаемся и шагаем левой ногой на месте. 7. И восьмой шаг, как и четвертый, мы пропускаем. Дальше мы зацикливаем. На раз мы шагаем с вами чуть-чуть вперед. Раз. Левая нога вперед. 2. На третий счет на месте правой. Четвертый пропускаем. Пятый счет назад левая. 5. Правая нога на шестой счет назад. 6. Левая нога на седьмой счет на месте. 7. Восьмой шаг пропускаем. Медленно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Ту партию, которую мы с вами сейчас танцуем, это так называемая женская партия. Девушка, когда танцуем в паре, начинает левой ногой вперед. Соответственно, партнер, так как мы зеркалим, партнер начинает правой ногой назад, когда мы танцуем в паре. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Далее давайте изучим с вами две, можно сказать, основные фигуры, правый и левый поворот, потому как в сальсе очень много поворотов, особенно в партии партнерши. Правый поворот. Первые два шага у нас как и в базе. Раз. 2. Точно так же, как в базе. На третий шаг нам нужно развернуться на 180 градусов. 3. На 4-5 мы заканчиваем поворот, возвращаемся в исходную позицию. 4-5. И дальше у нас так же, как и в базе. Заканчиваем 6-7, правой ножкой назад начиная. 6-7-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Девушки для стайлинга, то есть для того, чтобы немножко разнообразить, сделать более красивым свой танец, могут добавить движение руками. Движение руками у нас начинается сразу с первого счета, с позиции так называемой бабочки, то есть в районе грудной клетки ручки скрещиваем, отсюда у нас ручки пойдут вверх. 1, 2, 3, и на оставшееся время, на оставшийся поворот ручки идут вниз. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Раз, два, три. Левый поворот. Точно так же у нас первые два шага делаем, как и в базе. Раз на месте, левая ножка вперед. Два. На три мы возвращаемся так же, как в базе, на правую ногу. Три, но немножко начинаем разворачивать корпус. На 4-5 мы должны встать в левую сторону, то есть оказаться лицом влево. 4-5. Вес у нас должен быть сейчас на левой ноге. Мы делаем доворот. 6. Сразу с поворота мы идем назад правой ножкой. 7-8. Раз. То есть после того, как мы закончили делать непосредственно левый поворот, мы заканчиваем базу, точно так же, как и в правом. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. И докручиваемся и делаем базу. 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз. Здесь тоже можно девочкам добавить руки. На раз-два мы делаем такой захлест. Левая рука идет на правое бедро, правая рука уходит вверх. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз. И последний базовый шаг, это раунд basic. Тут будет принцип у нас так же, как и в базе. Ножки шагают по очереди, но мы образовываем круг. Давайте возьмем за основу то место, где мы сейчас стоим. Это будет центр. Вокруг него мы сейчас будем рисовать такой своеобразный круг базовым шагом. Первый шаг мы делаем на месте. Раз. На второй шаг левой ножкой мы вышагиваем немножечко в диагональ. Два. На третий шаг мы идем немножечко в сторону. Три. Четыре. И на пятый шаг мы идем назад левой ножкой. Далее мы должны завершить круг, то есть шагать зеркально. Сейчас у нас будет на шестой шаг правой ногой шаг в крест назад. На семь мы идем в левую сторону. На 8 раз мы идем чуть-чуть вперед. Таким образом мы сделали такой небольшой кружок или ромбик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз. Чтобы немножечко разнообразить это движение, мы можем его вторую часть немножечко растянуть. Мы делаем 2, 3, 4, 5, 6. На 7 мы вышагиваем не совсем в сторону, а чуть-чуть по диагонали вперед. То есть делаем своеобразную оттяжку. 7, 8. Раз. И собираем ножки. И далее продолжаем обычный раунд basic. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз. Давайте повторим все базовые фигуры. Базу, правый, левый поворот и раунд basic. Поехали с базы. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Правый поворот. Два, три, 4, 5, 6, левый, 2, 3, 4, 5, 6, 7, раунд basic, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз. Сейчас мы немножко объясним принцип работы в паре. Начнем с того, как вообще в пару партнеры и партнерша встают. Партнер подает руки партнерше,
и девочка просто спокойно эти пальчиками соприкасается с пальцами партнера. Здесь должны образоваться своеобразные крючки. Партнер давит на подушечки партнерши, партнерша отвечает тем же самым. За счет этого появляется своеобразное натяжение, на котором мы будем работать. Партнер будет вести, давать импульсы на те или иные фигуры, и партнерша будет их понимать за счет того, что здесь есть очень хороший коннекшн. Как я уже говорила, ту партию, которую мы танцевали соло сейчас, это была партия партнерши. Партнерша начинает с левой ноги вперед. Партнер, соответственно, делает левой ногой шаг на месте и правой идет назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз. Это закрытая позиция, которая также используется в парном танцевании. Партнер здесь кистью немножко закрывает руку партнерши. Партнерша просто опускает пальчики, не нужно зажимать палец партнера, не нужно впиваться в его руку, просто закрывает пальчики. Здесь натяжение за счет того, что партнер немножко большим пальцем давит в ладошку партнерши, партнерша отвечает, за счет этого складывается необходимый коннекшн, пальцами уже себе помогать не нужно. Правую руку партнер кладет на лопатку партнерши, партнерша отвечает тем же. В зависимости от разницы в росте, партнерша может положить чуть ниже или чуть выше уровня лопатки. Самое главное, чтобы у партнерши линия плеча не нарушалась, чтобы рука не задиралась вверх и не опускалась сильно вниз. Еще раз базовый шаг. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз. Сейчас мы с вами сделаем правый поворот, который мы делали соло, как он выглядит в паре. Возьмем и мужскую, и женскую версию поворота. Сначала начнем с женской партии. Самое главное, партнер в паре должен дать девушке preparation, то есть показать, что сейчас правый поворот будет исполнен. На раз мы делаем шаг на месте. Раз. На два партнер поднимает руку партнерши вверх, тем самым показывая, что сейчас будет правый поворот. Это для девушки является своеобразной подсказкой, что именно это движение сейчас будет делать партнер. Руку нужно поднять чуть-чуть выше уровня макушки партнерши, не сильно задирать вверх. И далее партнер небольшим круговым движением ладони отправляет девушку на поворот. Три. Когда он сделал это движение, далее партнер просто оставляет руку свою над головой партнерши и позволяет девушке закончить поворот. 4, 5. Когда девушка закончила поворот, на 5 партнер должен обязательно руку опустить вниз. Далее у нас заканчивается база. 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре. Вниз. 6, 7, 8. Раз. Также можно сделать это за другую руку. 2, 3, 4, 5, 6, 7. За перекрестные руки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. За две руки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз. Мужской правый поворот. Здесь партнер просто исполняет поворот, перехватывая руку партнерши. В этот момент задача партнерши продолжать делать базу. Не застывать, не останавливаться, не пытаться зазеркалить партнера, тоже сделать поворот. Просто продолжать делать базу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8 раз. Какой бы вид поворота правого, внизу рука, наверху, либо рассоединением рук делал партнер, партнерша должна продолжать делать базу и ждать, когда партнер вернется после выполнения своей фигуры. Левый поворот. Тот же самый, что мы делали соло, только сейчас в паре. Будем брать только женскую версию, женскую партию. На раз шаг на месте. На два партнер должен левое плечо партнерши притянуть на себя. Два.
Это достигается за счет, опять-таки, коннекшена в руках. За счет того, что здесь хороший коннекшен, есть натяжение, есть упор, партнер сворачивает свой корпус, свое правое плечо, и партнерша повторяет это движение левым плечом. Далее партнер, можно сказать, легко отталкивает партнершу, показывая, что сейчас будет именно левый поворот. 3, 4, 5. Здесь рука партнера находится над головой партнерши, как и в правом повороте. Партнер ничего не делает, просто позволяет партнерше закончить поворот. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Последняя фигура базовая, которую мы танцевали соло и разберем в паре, это раунд бейсик. Его лучше делать в закрытой позиции, которую мы в начале парного танцевания тоже с вами разбирали. Здесь главное и партнеру, и партнерше выполнять правильную фигуру, то есть рисовать такой своеобразный кружок либо ромбик ногами. Предполагается, что и партнер, и партнерша знают эту фигуру для того, чтобы они друг на друга не наступили и выполнили правильно. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Партнерша, когда вышагивает в сторону, должна оказаться рядом с партнером, не напротив него, а рядышком. Это задача партнера, своей рамкой, которую образовывают руки и грудная клетка, выводить партнершу немножечко в сторону. 2. Сейчас на третий шаг партнер выведет партнершу чуть-чуть в сторону. 3, 4, 5. И сам вышел немножко в сторону, поэтому мы оказались не напротив друга, то есть мы друг на друга не наступим. У каждого своя дорожка для выполнения этого движения. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Для того, чтобы вернуться в базовый шаг, партнер просто выравнивается к партнерше. 2, 3, 4, 5. И переходим в открытую позицию. Мы сегодня с вами разобрали несколько базовых фигур направления сальсы, сальса Нью-Йорк. Это лишь базовые фигуры, самые первые, с которых мы начинаем изучение этого танца. Конечно, чтобы его полностью изучить, освоить, нужно прикладывать много усилий, много работать, потому что он очень многогранен, очень много фигур, очень много движений. Роль играет все, как вы держите руку, как вы держите спину, как вы работаете стопой. Поэтому сегодня мы только самые основы, самые азы с вами взяли. Что я хочу порекомендовать тем, кто захочет, может быть, изучать этот вид танца, либо любую другую сальсу. В плане одежды либо обуви, это должна быть удобная одежда, комфортная, которая не стесняет движения. Обувь должна быть мягкой, подошва должна быть гнущейся, чтобы у вас стопа работала правильно, чтобы вы могли прорабатывать все шаги нужным образом. И, конечно, самое главное, что нужно для того, чтобы изучать любой танец, нужно желание, хорошее настроение и большое терпение. Всем спасибо, до свидания.